Позади меня Алма-Ата, пустующие улицы, все сидят по домам. Я не смогла на это смотреть и уехала, потому что знаю, что вся туалетная бумага, вся гречка, вся тушенка, весь сахар в городе скуплены. И решила жить теперь здесь, чтобы не смотреть на все это оттуда, а с высоты. Нарушение карантинного режима будут наказывать. Человек – существо социальное, нам нужно общаться. Поэтому ограничения нас на карантине, они как раз-таки и вызывают вот эту вот бурю эмоций, которые доселе нам были совершенно неизвестны, потому что вряд ли кто умышленно уединялся, в отшельничество уходил, да, как раньше это делали. Вот. Большинство людей живет... ну, как бы большими группами, в социуме, большими коллективами на работе, семьями, а тут раз и всех изолировали друг от друга. И, наверное, вот это то, что нашей натуре претит, это именно то, что нас больше пугает и чему мы сопротивляемся, чем, наверное, сам вирус. Мы не представляем, что это могло случиться с нами, вот, но это с нами случилось. И оказывается, вот так вот всех могут друг от друга изолировать. И для меня это ужасное потрясение, честно. Больше вот эта изоляция, нежели коронавирус. Клещи! Клещи! Бедные клещи! В горы теперь никто не ходит. Есть им нечего. Коронавирус даже их коснулся, видите? Thank you.
Конечно, мы его переживем, этот карантин, и, конечно, вся эта история закончится, и будем вспоминать это как, наверное, какой-то новый экспириенс. И я буду говорить то, что, ребят, я впервые в жизни переживала карантин, но это я делала вместе со всем миром, даже не со всей страной, со всем миром. Сюр натуральный. Трудно представить, что можно просто нажать кнопку и остановить весь мир, парализовать его. Оказывается, можно. Мясо, лук, морковь, перец с чесночными стрелками, болгарский перец. Все это мелко режете. И вот, в принципе, из этого мы будем готовить. Нам потребуется соль, нам потребуется хлопья красного острого перца, соевый соус, оливковое масло. И, конечно, нам потребуется паста. Вот паста, можете брать любую. Хотите длинную лапшу, хотите спиральками, какую угодно. Но это вот то, с чем мы будем есть. Это похоже где-то на дунганскую лапшу, но не совсем. Алматы закрыт на карантин, все сидят по домам, боятся выйти, боятся две вещи. Боятся, как сам вирус, который атаковал планету, как выяснилось, вот. И боятся угрожающих звуков в рупор машины, которая едет по городу и говорит: «Оставайтесь дома, алматинцы, оставайтесь дома». Это на психику влияет, оказывается, очень сильно. Вот. И такое, как военное положение. Хотя оно и есть у нас, чрезвычайная ситуация объявлена. Вот. Но выглядит это как в кино, когда там бомбежку объявляли. Немножко так, жути наводят. В общем, некомфортная обстановка в городе, хочу я сказать. Поэтому я оттуда уехал.
А весна тем временем просто бьет ключом. Еще не зеленое ничего, но почки набухают, урюк расцветает. Это очень-очень такое жизнеутверждающее зрелище. Ты видишь, что несмотря ни на что, жизнь продолжается, жизнь все равно идет своим чередом, сезоны сменяются. Вот, и ты понимаешь, что все будет хорошо. Алматинцы, все будет хорошо. И не алматинцы, весь мир все равно. Мы дождемся окончания этого всего коронавируса и продолжим жизнь как раньше.